Каспийской центральной библиотеке имени Фазу Алиевой состоялось награждение Героя России, участника СВО, Ордена Мужества посмертно. Сержант Курбан Исмаил Бижитуев погиб при исполнении воинского долга на территории проведения специальной военной операции. В мероприятии приняли участие близкие и родные герои, а также представители госструктур города. Военный комиссар города Каспийск Марат Пашаев, председатель Совета ветеранов Афганистана, руководитель Каспийского местного отделения «Боевое братство» Магомед Ариб Якубов, заместитель главы Каспийска Гусейн Ункилов и многие другие. Конечно, выражаем глубокое соболезнование вам. Уже мы были и на похоронах, и были в семье. Уже как бы близкими людьми стали. Так вот, как бы в городе живем и не знали друг друга. А вот, к сожалению, такое горе оно больше объединило. Вот, теперь мы как близкие люди, как одна семья в этом городе. Вот, поэтому я еще хочу сказать, значит, светлая память всем нашим ребятам, отдавшим жизнь за Родину. Вам терпение. Студенты профессионально-педагогического колледжа, в котором учился герой, также пришли выразить соболезнования родным сержанта и поддержать в столь тяжелое для них время. Завершилось мероприятие минутой молчания в память о всех погибших солдатах. Отметим, что старший брат сержанта Бижитуева также был ранен в ходе СВО.